скромен, нежен и скромен. Ресницы закроем, ресницы обоим нам. Сон легкокрылый, сон легкокрылый, двери открыл нам храм. Час благосклонен, на небосклоне звезды так ясны. И в тишине светит звезда тебе и мне. Завтра рано солнце взглянет, и радость, как звезды, угаснет. Ну что ж, пускай заря блесна, за ней придет наметельный день. Когда падет прохладная сень, час благосклонен, на небосклоне усмертит звезда. Страшно проснуться, страшно проснуться, если сольются суставы. Как я страшусь, Борис, твоих манящих уст. Погубишь ты, боюсь, любовью красоту. Красоту, что ты счастье не губит. Но чего скажи, Борис, сердце мое так бьется. Мне рассеять страх и трепет и сомнения. В забвении нет все обман и бред. Грани волшебного счастья к твоим обнаженным запястьям я потел, о, пойми, прикоснуться на них. О, нет, уйди! О, нет! Уйди! Нет, я не уйду без награды. Любовь ведь не знает пощады. Ее утешит лишь победы. Прекрасный сон любви согласных двух сердец. Yeah.
узором вспыхнет в лучистом взоре. Лишь вскипит в крови радость любви, радость любви. Чтоб час побыть с тобой, я должен был присниться. Ночью возвращается домой царь Менелай. Усталый он направляется в опочивальню царицы. Но что это? Менелай не верит собственным глазам. На священном ложе царицы он застает Париса, безмятежно спящего рядом с Еленой. Елена? Царь Менелай! Я тебя разбудил? Нет, я сплю. Спишь? С открытыми глазами? Да, и ты мне снишься. Я снюсь тебе? А это кто? Это сын царя Приама, Парис. Парис? А почему же он здесь? А он тоже мне снится. Тоже снится? Ну что ты кричишь, что ты кричишь? Вы оба мне снитесь. Да как же мне не кричать? Ведь это он снится тебе, а мне-то он не снится. Зачем же он забрался ночью в мою опочивальню? Я не знаю. Его боги послали. Кто? Боги? Рабы сюда на помощь! Кто там? Скорей беги же, ты безоружен. Я со щитом, мне меч не нужен. Убьет тебя, Где вы, цари, где мой народ? Поставь стражу у ворот. Золотистые струи влаги в окнах кипят, в окнах кипят. Мы не станем над теми плакать, что
я вошел, слышу шум, здесь мой меч нахожу. А в глубине опочивальни скомкан ложа покров, гость наш дальной стоит в углу. Близнец лук, и ой, сокровище мое. Чуть-чуть не украл. Он не украл. Он не украл. Он не украл. Он мог утащить мой медный щит. Нет, он не ворвал мой тайник, чуть-чуть он не проник. Зачем нам слушать вздор? А его здесь поймал, значит, он вор. Опять, опять он заорал. Ничего он ведь не украл. Хотел сокровище украсть я в ночном молчании этих стен и за него отдать взамен любовь и счастье. Любовь и счастье. Он сам нам доверит, не возвращающий, как схватит его, он в самом деле вор. Беги, Борис, и стремись пробраться в храм. Тебя и любовь мою веряю я богам. Ты стал дорог мне, дерзновенный сын, прямо себя ты спасешь, если сможешь скрыться в храме. Что
вы всей толпою, все на одного. Я еще с собою не взял ничего. Я ловлю во взоре твоем пыль и страсть. Да я стану вором, скоро стану вором, чтоб царицу нашу украсть. Чем вор грозит? Да я стану вором, позор и стыд, чтоб ее украсть. Позор и стыд нам вор грозит. Разговор с вором, нам вести позор. Надо приговор вор, спрятать надо под затор. Пальцем меня троньте, все пойдут войной герои, трое, только пальцем меня троньте, все пойдут войной герои, трое, только пальцем меня троньте, все пойдут войной герои, трое, только пальцем меня троньте, все пойдут войной герои, пальцем меня троньте, все пойдут войной герои. Защитой колхаза Парис пробивает себе дорогу к щиту и на глазах изумленных царей поднимается первым. Избежав опасности, Парис находит приют в храме Диониса под защитой богов. Цари окружают храм, ожидая выхода Париса, чтобы убить его. Народ Спарты, празднуя день урожая, пляшет вокруг храма в честь бога Диониса. Чтобы не знать веселья грани, сердце надо зажечь огнем. Чтобы не знать веселья грани, сердце надо зажечь огнем. Милая, вмиг увлечь сознание, вмиг ревиться с ней вдвоем. И утомленный быстрой ланью пасть к ее ногам орлом. И восторг и пыл, и песни я сумел бы с пляской слить. Стройно станы все прелестни нам учить пить и любить. И восторг, и пыл, и песни я сумел бы с пляской слить. Стройно станы все прелестни нам учить пить и любить. Должна быть точно пламень, горячо, как весенний сон. Пляска должна быть точно пламень, горячо, как весенний сон. Если кружится мог я с вами, я бы влёк всех ваших жён. Нежно вздохнул бы даже в камень, чтобы с нами белый он. Восторг и пыл, и песни я сумел бы с пляской слить.
Народ уходит продолжать веселье на виноградники. На площади остаются только цари, желая спасти Париса. Елена соблазняет царей, назначая каждому из них свидание на винограднике, как только вечерние тени спустятся на площадь. В сопровождении Колхаса на площади появляется царь Менелай. На страже все спокойно? Все спокойно. Послушай, Колхас. Да? Ты знаешь, я все время думаю об одном. Так. Я возвратился вчера ночью. Знаю. Приложил ухо к занавесу опочивальни царицы и услышал, что царица прерывисто дышит. Так? Ну, как бы стонет во сне. Ну. Я решил ее не будить и приказал приготовить себе ложу бразеиды. Ну? Но когда я увидел, что мой драгоценный меч валяется на земле, я решил, что происходит что-то неладное. Ну? Я вошел в опочивальню. Ну? Увидел Елену, который бросился ко мне навстречу. Ну? А на ложе? Где? Около. Около ложа. Ах, около? Около. Ага. Париса со щитом в руках. Ну? Я решил, что он забрался в мое опочивальню, чтобы украсть мои сокровища. Ну. Но, может быть, он и не хотел их украсть. А зачем же он тогда забрался? Так, может быть, он хотел взойти на ложе к Елене. Хотел? Да? Может быть, хотел. Я вот тоже думаю, что, может быть, хотел. Ну, взошел он или не взошел? Вот это я не знаю. А как ты думаешь? А я-то думаю. Вот ты как думаешь? Знаешь, Колхас, иногда я думаю, что он взошел. А иногда, что не взошел. Но когда я думаю, что он взошел, у меня так разгорается кровь, что мне кажется, сейчас дым повалит из ушей и носа. Ты понимаешь, Колхас? Вот уже 5 лет, как я муж Елены. 5 лет я берегу ее красоту. 5 лет я украшаю ложе драгоценной резьбой, золотом. И ни разу не взошел. Ну, может быть. А этот троянец разлегся на моем ложе, как собака на мешке с сеном. Ай-яй-яй-яй. Слушай, Колхас, да. Ты понимаешь? Так. Я вхожу в опочивальню. Так. Навстречу мне бросается Елена. Елена, да. А на ложе? Где? Нет. У ложа. У. Кажется. У. Но у это ничего. Ничего, царь Менелай. Все равно взошел он или не взошел, мы его убьем. Убьем его, цари! Убьем! Убивайте сколько хотите! А война? Какая война? Да троянцы на нас нападут, если мы убьем их царевича! Все равно мы его убьем, и что бы ни случилось, у нас останется Елена! У нас останется Елена! Да вы лучше подумайте, что от Елены останется! Ведь если Парис будет убит, она наденет черные одежды, будет лить слезы, разорвет лицо ногтями и будет думать о том, как она встретится с Парисом в царстве теней. Ну скажи, царь Менелай, разве тебе нужна такая жена, которая стремится в царстве теней? Ну, я всемогущая, что ж тогда делать? А прежде всего не трогать Париса. Ну, тогда Афродит исполнит свои обещания, даст ему любовь Елены. Да, но Парис-то Афродите не обещал, что он Елену возьмет. Да ты к чему клонишь? А вот к чему. Если Парис уедет, то Елена, вместо того, чтобы сердиться на нас, рассердится на Париса, и назло ему будет счастливо. И тогда на нас никто не нападет. И у нас останется Елена. Останется, да. Что? Может быть, останется. Нет, я не согласен. Твой гнев и ревность погубит всю Спарту и навлекут вражду боги. Подумай сам, ты царь или...
подумай сам, ты царь или не царь ты? Умом еще раз пораскинь, умом еще раз пораскинь. Прими совет родного брата. Ты миром лишь спасешь лаву. Ты пойми, какой тут риск, если здесь погибнет Парис. Уговоры ваши напрасны, мириться с ним не согласны. Твое упрямство грозит все дела, разорение милой Лени, милой Лени, не признак ума. Какая пойдет кутерьма? Ты бы поверил в ясный ум и опыт, о, брат мой, прежде чем решать, пойдет среди спартанцев ропот. Пойдет среди спартанцев ропот. Когда придется воевать, их нелегко на брань собрать. Ты окажешь такую благость, не допустишь жен наших плакать. Все это козни Афродиты, сам ты богини вызвал гнев. Если б узнал ее родитель, он бы примчался весь в огне. И уж тогда, о, брат, пойми, ты обязательно быть в войне. Не могу, я клянусь, как бесчувственную дверь стучусь. Пробуй ты, я клянусь, как бесчувственную дверь стучусь. Будет конец не очень сладким, станешь врагом своим друзьям. Сам ты собой играешь в прятки, все от того, что ты упрям. Твой лоб отдул в глубоких складках, а не к лицу, а не царям. Должен ты все отдать, чтоб Елену нам не потерять. Должен ты все отдать, чтоб Елену нам не потерять. Должен ты все отдать, чтоб Елену нам не потерять. Должен ты все отдать, чтоб Елену нам не потерять. Ты бы всегда так добр, ты был всегда так добр. Исполни свой священный долг, ведь ты добряк, о, Менелай, своих друзей ты не терзай. Он безмолвен, он безмолвен. Мрачен, как туча. Нет участь. Немедли решением согласие дай. Избавь победы нас, о, Менелай. Ведь ты же не отрок, твой ум большой, прославлен столстой молвой. Готовьте для боя мечи и речь, Елену для славных хочу сберечь. Да, не медли решением согласие дай, и сбота беды нас. Что делать не знаю, мой разум угас,
по земле не лаю, я весь в этот час с богиней поспорим. Обезумел ты, что ли, с горя? Обезумел ты, что ли, с горя? Обезумел ты, что ли, с горя? Хорошо, я согласен, Колхас. Поди в храм и скажи ему, что я обещаю свободный проход на корабль, и пусть он благодарит богов, что остался жив. Так, так. Так скажи ему, Колхас, да, да, что я дам ему 10 талантов золота. Ну, пусть он сейчас же собирается вон из Спарты. 10 талантов? Ну, он сейчас уедет, царь Менелай, сейчас уедет. Только скорее. День клонится к закату, тени становятся длиннее. Царь Агамемнон. Я здесь. Царь Агамемнон. Взошел он или не взошел? Кто? Парис. Куда? На ложе. Какое ложе? Ложе Елены. Да ты куда смотришь? Тень дошла до меня. Мне нужно идти. Какая тень? Царь Колхас? Ну что же? Не хочет. Не хочет уезжать. Почему? Мне, говорит, и в храме, говорит, хорошо, говорит. Свежая прохлада, горячие жертвоприношения, говорит, и вино, говорит. Тогда я ему предложил 10 талантов. 5 ему, 5 мне. Не хочет. Почему не хочет? Он требует твой медный щит, железный меч и золотое изваяние Елены. Да-да, еще он хочет, чтобы ты отдал ему 10 самых красивых рабынь, а 9, если ему мало, 10. Колхас! Да. Пусть он берет все. Так, так. Пусть берет изваяние Елены. Так, так. Но только пусть скажет, взошел он или не взошел. Скажет. Скажет. Может быть, скажет. Народ и цари возвращаются на площадь. Корабль Париса нагружают сокровищами и готовят к отплытию. В сопровождении рабынь на площадь приходит царица. Не разорвет разлука нити нашей близости, Парис. Ты с изваянием гостись, со щитом и мечом он все у нас похитил. Бери, рабыни, злата, не меди прочь, ступай. Уезжай, уезжай! На память образ мой увезешь. Каян говорит, но только не хитрит. Мне дороги не щит, не меч, а изваяние. О, позволь твоей небридой влагу слез стереть мои. Он любит. А меня за страсть обиды в нежном сердце не таит. Изваяние вы берегите. Прошу беречь мой щит и меч. Связи привет мой Афродите. Прощай, Парис, до новых встреч. Прощай, сын, прям.
женился за короткий срок. Над собой что мог? Украсть ей мгновенно грозился, только грозился, только грозился. Но украсть не смог. Украсть ее не смог. Позорно ты остромился жизни два вперед. Запомнит Спарта надолго, Спарта надолго, Спарта надолго. И тебя, и много мудрит мой урод. Я отправляюсь, я отправляюсь дальний путь. Долго придется сыну прямо плыть под парусами. Я отправляюсь к милым местам, к родным краям. Но оставляю то, что дороже здесь и мне, и всем вам. Отправляйся ты, отправляйся ты, отправляйся в дальний путь. Спарту дорогу, стойку дорогу, и на тебя запутся. Отправляйся путь.